Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Кром, мы продолжаем играть с вами в Beyond Two Souls. Мафака. Продолжаем. Скитаемся? Где-то. А? Что тебе надо, коп? Знакомое у тебя лицо. Мэм. Да? Все в порядке? Так себе, чувак, так себе. Мэм. Чего? Со мной шутки плохи, кстати. В бездомные. Помимо вас, другие игроки и процент чел, которые выбрали такую же цель. Так, мы, как и половина людей, сказали стану правду. Я, точнее, вы это не выбирали. О, вы заработали деньги сомнительным путем, прикинь? Мало людей так сделало. Ха. Я, как и все, хватило денег на горячий ужин. Ну окей, как и у большинства, как и почти у половины, чуть больше помогли не всем после ужина. В смысле? Спасли всех из пожара. Ну, естественно, не пытались кончить с собой. Прикинь! 40% суицид бойсов. Вот это плохо. Так, почти как и все побили хулигану, естественно. Рассказали правду о Байдене. Тоже большинство людей, странно. Не удалось сбежать... Вам удалось сбежать из здания, как половине людей. Вы не узнали, что стало с хулиганами. Сука, можно было узнать? Вот бы их посадили нахуй. На бутылку всех причем. Собаки. Первая ночь. Чё это такое? Моя новая комната? А, это когда меня отдавали сюда? Ну что скажешь, мать, я тебя отдаю? Это ненадолго. А, угу. Пусть они выяснят, что с тобой, да? Да. Не бросайте меня. Всего на пару дней. И соскучиться не успеешь. Сьюзен, все, нам пора. Хватит уже с этим тянуть. Батя, урод, тупо выйди в окно. Мать хотя бы сожалеет об этом, но это все равно ее, кстати, ни хрена ее не прощает. Мать все равно кидала. Ты сильная. Пиздец. Я это знаю. Не родители вы, а уебки. Ну что это, блядь, за родители такие? Я считаю, что это не родители. Это, блядь, пародия на родителей только что была. Там и господа. Джоди. Да. Я знаю, тебе тяжело покидать дом и семью. Но у нас больше шансов понять, что с тобой происходит. И защитить тебя. Думаешь, меня это интересует? Сколько мне? В 5 лет, например. Кто меня не защитит? Кроме Эйдена. Все твои вещи в той сумке. Коул и я всегда рядом. Если что-то случится, просто позови, и мы сразу примчимся, ладно? Прохладно, блядь. Иди отсюда. Меня бросила семья, видишь, нет? Мне твои рассказы о том, что тут все хорошо, блядь, вообще. Угу. Великолепно. Она, кстати, довольно так принимает это, знаете, как должное. Девочка-то мелкая, но плачет, но, блядь, не ревет. Где бы тут переодеться? Прикинь, вообще нормально, блядь. Ей как будто не вот сколько вот ей лет, скажете. Ну, лет... Ну, 7. Ну, даже 7 много, наверное, да? Нихуя себя соображает. Еще лучше меня, на самом деле. Где переодеться? Везде камера, блядь, нигде не переоденешься. Может, в ванной? Надеюсь, хоть тут у них камер нет. Есть, да? Отлично, в пижамке. О, компьютер. Ну, хотя бы компьютерные игры можно поиграть будет. Кайф. Ушастик, где мой кролик? Кролик где? Без него спать не могу. Пошли за кроликом. Можно, кстати, этим типам звонить постоянно, типа, принеси мне кролика, принеси мне, то все равно я, типа, обязан это делать. Как... Хотя бы смеемся над ними. Уродами. Как так можно вообще? Я считаю, это вообще нехорошее. Все. Эйден, ну-ка давай, пиздаем камеру, а? Что-то мне не нравится, что за нами смотрят. Сука. А, кстати, можно посмотреть, куда она ведет. Да? Можно? О, ну-ка, ну-ка. Че вы там делаете? Да, все это началось.
Мать сказала, что это длится не первый месяц. Так. Сначала она думала, что это обычные ночные кошмары. Но потом поняла, что все не так просто. Ага. Эти отметины, царапины, укусы. Видишь, как они расположены? Сама бы так не смогла. Угу. И вряд ли это родители. Это родители кусали. Может, она не врет, и ее преследует нечто. Нечто. Она молодец, храбро держится. Да. Для ребенка ее возраста необычный психологический. Вот и я так думаю. Слишком она большая для своего возраста. Слишком. Ну, естественно, когда тебя родители кидают... Ложись спать, Джоди. Иди нахуй. Что хочу, то и делаю. Я за кроликом пришел. Сейчас я вообще фильм включу и буду смотреть целую ночь. Попустись, дядя. С фонариком. Я хочу телек смотреть. Мне нельзя. О, погоди. Очень похож на мой телек. У кого был такой телек примерно, а? Плюс чат. Ладно, пошли спать. Я думаю, в принципе, можно. Фонарик на всякий случай. Если ваш свет отрубится. Все, можно ложиться. Вот теперь нормально. Рядышком с кроликом. Я выключаю свет. Спокойной ночи. Стойте! Оставь свет, пожалуйста. Можете оставить свет в коридоре? Я не люблю темноту. Ладно. Вот так? Пим? Да. Ложись. Пока. See you later. Не бойся, Айден. Мы сейчас просто уснем, и ничего не случится. Угу. Хрен там. Так, левый бок, поехали. На правый бок. Засыпаем. Не могу заснуть, Айден. Расскажи сказку. Шо, он болтать умеет? Айден? Я могу этот включить фонарик, да? Серьезно? Ничего себе, кинотеатр! Ни хрена себе! Нормально? Смотри, что могу. Мать, ничего себе! Жил-был слон. Че еще? Ой, опять начинается какая-то хренотень. Это не я. Это не Айден. Что происходит? Эй, типы, вы там видите эту хрень? Их здесь есть? Эй, хули ты спишь? Пиздец. Этот идиот спит, я не могу его разбудить. А, я еще не могу пройти сюда. Блять. Вот это уже нехорошо. Собака. Понял. Тип, блять, вставай давай. Да что? Обрати внимание на камеру, ёбаный. Ой, что тут происходит? Стоять. О, блин, еще один. Иди в жопу сразу. Блять, сколько тут? Смотри, просто атакую. Я нормально, я держу их. Они хер подберутся к тебе. Блин, схватил, собака. Ща. Я его задушу. А, да. Просто не... Капец. Да отпусти. Блять, какие они приставучие. Ёпта. А жить-то как? Боже, Джоди!
Ёб твою мать, как они нападают. Зови врача! Быстро! Вот какого какой от вас прок? Я просто вот пытаюсь понять. Ничего. Все будет хорошо. Она еще... Она мне... Айден, и больше не боится. Айден вообще красава. Раскидал всех монстров. А девочка, блядь, все еще такая, типа, нормально все, нормально, Айден разобрался. Я такая каждый день летаю по комнате, все нормально, чуваки. Да, блядь. Кошмар, кошмар, просто кошмар. Первая ночь. Помимо вас, другие проценты игроков... Как все сделал, короче? Как все не стал подслушивать разговор Докинза с вашими родителями? А можно было? Я бы подслушал. Как и большинство людей победили существ, естественно. Как и большинство людей разбудили Коула. Какого Коула? А, этого Нигу. Нига щит. От него пользы никакой все равно. Быть такой же, как все. Сказал нет, хватит ныть. Да ладно, Нейтан, хоть раз. Все девчонки из класса идут, и я не поздно, обещаю, ну правда. Мы теряем время, Джоди. Так нечестно. Почему все могут пойти, кроме меня? О-о. Я же делаю все, что ты просишь, всегда. А ты не разрешаешь ничего и никогда. Сотый раз говорю, ты не такая, как все, уясни это. Я что, разве виновата в этом? Я хочу просто гулять и общаться, и быть нормальной, пойми ты. У тебя другая жизнь. Пора с этим смириться. Держит меня, как в заточении. Вот не пускают, Роцкершу. Тупые предки. Убери руки свои. Ты, блядь, даже не помог мне ни хрена. Сидишь, спишь, блядь, на посту. Я за дверью. Вот. Если что, зови. Там тебе и место, чел. Без обид, ты мне не поп... А я особенная. Чё-то это прям вообще как-то хреново. А никто меня нахуй не знает. Сейчас пойду и уйду отсюда. Так, а что я могу сделать, интересно, такого прикольного? Ой. Хватит, Джоди. Ты ничего не добьешься. Будешь дома. Точка. Думаешь? А я думаю, что... А, это я все еще в этой комнате живу, получается. Не, слышь, мы выберемся отсюда, все нормально. Ну так они меня точно никуда не выпустят. Не шути с Айденом, когда злишься. Я не шучу. Че ты меня закрыл? Скажи, выпусти меня, я не хочу здесь быть. Надо что-то придумать, надо что-то придумать. Хватит, Айден. А хватит? Ну хоть ладно. Все в комнате переломай нахрен, им насрать. Так дверь откроем. Ничего, значит найдем другой способ. Во. Телефон. Это мне звонят? Это им звонят. Слушай, дай послушаю. Че это за комната? Она угомонилась. Всю мебель расшвыряла, но теперь пришла в чувство. Где он? Ладно. Да, завтра увидимся. Вот где-то здесь должен быть, вот здесь вот. С кем там болтаешь? О, а я могу тобой управлять. Ты мне сейчас дверь откроешь, чел. Ты себе не представляешь. Ты уж прости, что я тобой пользуюсь, но... Кто же мне еще эту дверь откроет, правильно? Так, и что мне сделать? Надо встать. Где открыватель двери? Так. Она с этой стороны только открывается? О! Пожалуйста. Главное его не трогать, иначе он проснется. Ты ведь простишь меня, Коул? Мне правда очень стыдно. Но ты понимаешь... Вроде не злится, стоит спокойно. Мне это очень нужно. Сорян, Коул, я пошел. Как, где выход? Вот, зелененький, я пошел. Тихо. Тут открыто. Неужели они думали, что удержат девочку со сверхспособностью? Это же бредо... Опа, блять. Да, я знаю. А? А чё он за мной? Уже поздно. А зачем он за мной идет? Вопрос. Он типа, Айден гуляет в его теле со мной, чтобы открыть мне дверь дальше? Наверное, до этого, да? Так, а куда нам дальше? ID-карта нужна. А где выход? Сюда нам? Заперто. Заперто. Ну, конечно. Коул. Вот кто нам откроет. Будь так добр. Открой, пожалуйста. Как ему попросить? Блять, только его не касаться. Если я коснусь, все, ГГ мои...
моим всем этим. Так, это какие-то комнаты. Айдена тоже заперт, на них даже нельзя трогать. Я не могу переключиться, если что, на Айдена. Чтобы вы понимали. На нем эта штука, но если я дотронусь до него... О, не, нормально снял. Хорошо. Опа! Выпускай меня. Все, я пошел гулять. А хер там, да? Да, естественно, здесь еще хер в тучу комнат. О боже. И Кол пошел сюда. А же он так уверенно идет. А куда нам дальше? Ой, блядь, я же боюсь тебя коснуться, чел. Так, слева ничего, справа ничего. И я еще перепутал лево-справа только что. Так, там типа вот эта штука, которая пищит, если у тебя что-то есть. Тихо. Здорово, Коул. Джоди. Здорово. Куда это вы на ночь глядя? Да так, докет, свежий воздух. Бля, плохая, плохая. Стало как-то... Мне как-то нехорошо. И мы просто решили выйти, ну, проветриться. Серьезно? Может позвонить в лазарет? Нет, нормально. Не нужно, я... Нормально. Со мной Коул, так что... Только не смотри ему да, глаза. Да, Коул? Да. Вот. А ты, Коул, язык прикусил? Блять. Грусть, уклониться. Не в духе. Не в духе, не в духе. Он не в духе, говорит. Он сегодня не в духе. За весь день... слишком подозрительно. Ни слова не скажу. Неужели он поверит? Если он поверит, он супер тупой. Я только не касаюсь его. Поговорить. У него голос пропал. Ну, чуть-чуть. Подцепил вирус какой-то. Весь день только может хрипеть и все. Бля, сейчас по плечу постучит, еб твою Надеюсь, мать. Надеюсь, не заразно. Заразно, не трогай его. Лучше бы ты дома сидел. Не трогай, блядь. Просто подумай. Фух, блядь. О, ну господи, ладно. Какой ты тупой, просто давайте. Невероятно. Давай. Ты нам откроешь? Проходите. Блядь, мне кажется, что он... Ты реально? Он нас пропустил, блядь. Жесть. Ну, хоть не придется его машину искать. В смысле не придется? Это его? Тут камеры везде. Ну, хз. Надо быстрее сматываться. Соглы, давай. А кто сядет за... Я водительская? Заперто. У тебя есть ключи? У него есть ключи. Сейчас он откроет. Оп. Давай садись в машину и заводи ее. Крайт. Нет проблем. Сажусь в свою машину. Я Нига. У меня есть машина. Так. Хорошо. А теперь выходи и гуляй отсюда. Или ты поведешь? Че, я буду. Я буду с Эйденом ехать? Лол. Жесть, ладно. Черт. А как меня его. Мне все равно видно. Поехали выйти. Да, поехали. Едем, что делать-то? Куда я выйду? Старайся не привлекать внимания. Есть как-то аккуратно, что ли, я не знаю. Он еще и вести машину может. Ты прикинь. Здорово, Коул. Домой? Блять. Джоди? Да это все нормально. Тип, пропускай давай. А здесь все сюда пойдет, нам ГГ. Короче, жми на газ. До свидания. Центральный пост, тревога! Ну а что делать? А если я выйду, что я, смысл с этого? Придется только так. Я просто реально других вариантов не видел. Я мог бы лечь там на этот, на что-нибудь придумать, короче, но я не придумал. Я так себе придумчик. Ты ведь меня простишь. Я скоро буду. За меня не волнуйся. Что, идти надо? Айден, оставь его где-то, где безопасно. Не убивай, типа, хороший парень. Ну, хотел же добра, но... Ну ладно, хер с ним. Так, где безопасно, говорит, оставить? Ну, на дороге не очень безопасно, я бы тебе так сказал.
Вот куда-нибудь его вот сюда в лес рулить тихонечко, направо, чуть-чуть буквально, и все. Недалеко, чтобы не потерялся, не заблудился, там, не помер от чего-нибудь. Вот пошел гулять по лесу. Ну, нормально, нормально, там тропинка. Все в порядке, надеюсь? Я его не убил этим? Мне очень страшно, я не хотел убивать Нику. Я, конечно, к нему добра не испытываю никакого там, но убивать-то его я его точно не хотел бы. Уж точно. Вот этот бар. О, ничего себе, а я еще и одет. Девчонки, наверное, уже там. Так а я с кем-то знаком, все-таки общаюсь. Блин, как это что, RTX? Лучи отражаются. Но у меня не RTX, видюха, и нет такой возможности забить. Я пошутил. И RTX, кстати, на любых видеокартах сейчас работает почти. Не обязательно только забить. Что-то, по-моему, я здесь не по возрасту-то нахожусь немножечко. Их еще нет. Зато какие-то мужланы. Подождем, поиграем в что-нибудь? Нет? Не поиграем. Блять, надеюсь, не наедут за это музло, а наедут 100%. Придется побольше болтать. Ля-ля-ля. Тихо-тихо-тихо. Сейчас мне нельзя вообще... Блять, а можно музыку рубануть? Ну, потому что я задолбался. У меня стерео, речь, эффекты, музыка. Давай музыку хотя бы этот... А вот какая музыка имеется в виду? Блять, не туда. Блять. А куда надо было бить-то? Близко, но увы. Ну, давай-давай, покажи, что можешь. А не рано? Что? Тебе шастать по барам. Нормально. Сколько тебе? Сказать правду. Почти 17. Не рано. Да? Почти 17. Извини. Но я думаю, если скажу правду, то он отъебется. Типа, если он не педофил, конечно. Сейчас не забил. Не забил. Ха! Чмошник. Зато я сейчас забью. А родители-то в курсе? Слышь, что-то много вопросов. Ты не коп ли случайно, а? Я не пойму, это что, допрос? Серьезно, чувак, ты коп? Что за вопросы, блядь? Если я здесь, значит я здесь. Какие вопросы? Эй, отдали! Ты чё? Да ладно, сама ведь хочешь. Чё? Отстраниться, ты охуел? Тип, а не пошел бы ты нахуй? Шо? Чё за бред? Вы чё, совсем упали, что ли? Типы, блядь. Здорово, Айден, блядь, выходи. Это вы зря. Тот, с кем вам лучше, блядь, не связываться. Покажи! Вол, давай. А ну, выходи, тварь! Это вы зря, ребята. Сейчас кому-то стол прилетит. На, блядь. Нормально тебе, понравилось? Обижает девочку, сука. Я еще сказал возраст специально, чтобы он отвалил, а он не отвалил. Я, блядь, сейчас нахуй все здесь разгромлю. Че, типа, нравится вам? Че, я там схватил стул? На, блядь. Шо? Нравится, уроды? Сейчас я, блядь, вам... Вот самое, сейчас самое дорогое начнем бить. И быстрее. Вам бы поскорее. Пошел алкоголь нахуй. Забей. О, еще стул. Стол, точнее, на. По голове тебе. О, хорош. Двойную сразу выписал, два леща. Перегорело, бывает мистика. Такое. Господи, эта сучка типа мстит нам. Да я мщу. Какого хрена ты несешь? Че, тут у нас кассовые аппараты? Ну нахер, я жить хочу. Че, они сдаются, что ли? Да не сыты. Да че вы сыты, реально? Просто валим отсюда. Бегите, бегите. Господи, господи. А он закрыл. Открывай уже дверь. Оу. Не могу. Идет. И сейчас еще повеселимся. Блин, а ты такой смелый был вначале, а сейчас так... Блять, а почему я не могу этот, ничего скинуть? Что не ломает? Все, хватит ломать, ребят. Давай, Эрл! Давай, Эрл! Быстрей! Сейчас Эрл что-нибудь сделает. Я могу убить одного из них, но я не буду. Это до смерти уж я точно не доведу. Так. Давай, нет. Быстрей. Я не хочу этого делать. Я этого не хочу делать. Хотя, если подумать, выстрелить его... Давай, Эр! Не, я не буду стрелять. Быстрее! Можно выйти? Хотя... Я вот у того бы застрелил. Не, не буду стрелять. Нет, 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 нет. Надо всему предел видеть, ребята. Сори, я бы их застрелил с удовольствием, но это, блядь, совсем уж. Вот за мной пришли. Это я, конечно, так себе, да. Боже. Где болит? Да, нигде. Что с тобой сделали? Я
До крови я не довел, хотя мог. Побыть такой, как все. Я знаю, Ничего. Ничего. Нига чувствует себя, ну, виноватым. Хотя он ни при чем тут. Он бы не смог сопротивляться никак. Мне даже жалко его стало. Сочувствие к Нигеру почувствовал. Быть такой же, как все. Так, ну что, я опять как большинство людей, кроме последнего. Вы дали насильникам уйти. Прикинь! Люди нахуй всех застрелили. Большинство людей. То есть только 10% среди них я. Отпустил их. А чё? А, типа, не дали ему уйти. Я их мог только убить. Им не дать уйти, это либо они убегают, но я ему уже так нормально столами покидал. Им достаточно. Убивать-то зачем? С другой стороны, если бы что-то более серьезное произошло, предположим, я бы их ёбнул с удовольствием. А так не было повода, потому что они даже, по сути, Эйден не дал им ничего сделать. Вообще ничего не дал им сделать. Такие дела. Да, одна. Совершенно. Но Эйден красава. Он ведь сразу вмешался, знает, когда надо. Так, дорогие подписчики, давайте уже в следующей серии мы с вами продолжим. С вами был Кромвелл. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.